Мы вышли из автобуса, добрались до Мертвого моря наконец и зашли в помещение, в котором вот экскурсовод рассказывает наши права, что у нас все оплачено, кроме дополнительных покупок, например, полотенце, кто-то хочет купить, или тапочки. А все процедуры, спа-салон, это все оплачено, хоть стоимость путевки. Вот путевка на двоих у нас стоит 290 шекелей. В гривнах. Косметика, парфюмерия из продуктов Мертвого моря. Цены есть доступные, есть очень дорогие, высокие цены. В том числе нам экскурсовод сказал, что здесь можно купить очень какие-то супер кремы мгновенного разглаживания морщин. Обувь, футболки. Кремы, подарочные наборы, мыло, минеральное мыло. Значит, одна штука 13 шекелей, за 4 штуки 39 шекелей. Акция «Набор для ног» за 4 штуки 225 шекелей, за 1 штуку 75 шекелей. Да, умножайте все на 6,5. Или на 4, чтобы узнать стоимость в долларах. Мороженое. А где у айфон? Что, это тебе побали?